Всем привет! Меня зовут Максим Исаков, и в этом видео мы с вами посмотрим, как у нас проходят занятия с дошкольниками. Все готово. А сейчас мы сделаем вообще длинное слово. Руку бери. Один раз. Смотри. Получилось? Что за слово получилось? Вода. Точно. Вода. А и вот я прошел сюда, так закончил. Здесь снизу ставлю. Я люблю водичку. И я тоже. Так, здесь я неправильно Москва. Сделал. Мы пока делаем все соединения нижние. Ты зачем на мне рисуешь? Делай. Опушки. Давид, что это такое? Нечаянно. Давид, ты что-то начал спрашивать. Вода начала испаряться у Давида. Вот так. Закрути маленько. А больше не испаряется. Давид, у тебя все буквы на этой линейке стоят. Некоторые ногу свешивают, как буква Д. У тебя она куда-то упала. Нет, давай она падать не будет. Хорошо. Вот, молодец. Видишь, парень, все получается. Главное попробовать больше одного раза. Спиртом пахнет. На самом деле это не спирт, это глицерин. Тушь? Да. Она из-за этого такая блестящая, из-за того, что глицерин там. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Пока!